Праздник на море. 25 декабря на улицах Бердянска можно было заметить не совсем обычную колонну велосипедистов. Во главе Дед Мороз, за спиной у которого был рюкзак со сладостями. Более 20 участников проехались по улицам заснеженного курортного города. Все малыши, которые встречались на их пути, получали сладкий подарок и возможность сфотографироваться на память с настоящим Дедом Морозом. Улыбайся, а ну-ка, привет, улыбайся. Все, ты довольна? Да. Очередная акция от Бердянского велоклуба, просто посвященная хорошему настроению, Рождеству для католических представителей, с наступающим Новым годом, а также просто для того, чтобы люди видели, что можно веселиться на самом деле на ровном месте. Просто купив конфетки, нацепив костюмы и вперед, настроение обеспечено.